Sony Ericsson U10i Aino – это необычный мультимедийный телефон 2 в одном. В закрытом состоянии это медиаплеер-моноблок с огромным 3-дюймовым сенсорным экраном и качественной 8-мегапиксельной камерой. В открытом – просто максимально оснащенный слайдер. Особенность в том, что эти ипостаси не пересекаются. К примеру, экран остается сенсорным только при закрытом телефоне, а камера не запускается, если вы выдвинули клавиатуру. Как мы уже говорили, по формату Aino представляет собой слайдер с цифровой клавиатурой и сенсорным экраном. Практически всю поверхность фронтальной грани занимает крупный 3-дюймовый экран с разрешением 240 на 432 точки и возможностью отображения 16,7 миллионов цветов. Используется емкостный тип панели, отзывающийся только на прикосновение пальцев. Поддержка технологии мультитач отсутствует. Картинка на таком дисплее выглядит просто великолепно. Это касается как фото и видео, так и детализированного интерфейса. А вот стандартным телефонным кнопкам места здесь не нашлось, что довольно необычно. Впрочем, с учетом явного разделения моделей использования, клавиши «звонок-отбой» здесь и не нужны, так как позвонить с закрытого слайдера просто невозможно. На верхней грани находится миниатюрная кнопка блокировки экрана, необходима для активации режима медиаплеера. На левой грани расположен стандартный для моделей Sony Ericsson разъем FastPort, с помощью которого к телефону подключается любая периферия. И, наконец, на правой грани присутствует качелька регулировки громкости, также настраивающая степень зума в режиме камеры, клавиша запуска фоторежима. Нижняя грань содержит мультимедийный динамик и отверстие для шнурка на руку. Задняя крышка выполнена в духе минимализма. Объектив камеры и вспышка ютятся в самом углу. Почетное место в середине занимает логотип компании. Снимать крышку удобно. Она выполнена из тонкого пластика, а поэтому легко гнется, входя в пазы. Под ней находятся слоты для сим-карты и карты памяти формата microSD, которая доступна без изъятия аккумулятора. В итоге выглядит телефон просто отлично, как и подобает дорогому устройству. Крышка сидит плотно, механизм слайдера по ощущениям весьма надежен. Основной материал корпуса – качественный шероховатый пластик, разбавленный вставками из графитового глянца, которые полностью окантовывают устройство. Кроме классической черной версии, существует и белый вариант, более подходящий особам слабого пола. Телефон в Aino просыпается после открытия крышки, под которой расположена не только цифровая клавиатура, но и блок управления. Из-за этого общая компоновка получилась чересчур плотной, а клавиши мелкими. Традиционно для компании Sony Ericsson управляющая зона состоит из 6 кнопок и навигационного элемента в форме кольца с клавишей подтверждения. Цифровые клавиши эргономично отделены друг от друга, но глобально ситуацию это не спасает. Работать с клавиатурой не слишком удобно. Интерфейс хорошо знаком поклонникам продукции компании. Он состоит из информативного рабочего стола с возможностью вывода всплывающих сообщений и основного меню в формате 3 на 4 пиктограммы. В телефоне присутствуют все типичные офисные приложения типа расширенной телефонной книги и органайзера. На удивление доступны также мультимедийные функции, которые запускаются в несенсорном режиме. Отметим также наличие полного спектра беспроводных интерфейсов, включая 4 диапазона GSM и UMTS, Bluetooth и Wi-Fi адаптеры, а также модуль AGPS. По уверениям компании, от стандартного аккумулятора емкостью 1000 мАч телефон может работать около 8,5 часов в режиме разговора или почти 2 недели в режиме ожидания. Только закрыв слайдер, вы получаете доступ к сенсорным возможностям 3-дюймового экрана и качественной камере с огромным разрешением 8,1 мегапикселя. Для разблокировки экрана необходимо нажать соответствующую кнопку и потянуть вверх виртуальный ползунок, после чего откроется простая горизонтально ориентированная оболочка. Она состоит из 5 разноцветных пиктограмм – камера, галерея, плеер, видео и радио, запускающих указанные приложения. Интерфейс и логика управления каждого из них достаточно интуитивна и больше всего напоминает современные медиаплееры с сенсорным экраном. Естественно, поддерживаются все распространенные форматы видео и музыки. Особо отметим качество съемки 8,1 мегапиксельной камеры, обладающей просто огромным количеством настроек режимов, соизмеримых с характеристиками обычных фотоаппаратов. Рассказ о мультимедийных способностях Sony Ericsson Aino был бы неполным без упоминания аксессуаров, входящих в комплект поставки. В коробке вы найдете стильную Bluetooth-стереогарнитуру со встроенным аудиоразъемом на 3,5 мм, отличные наушники-вкладыши, карту microSD на 8 гигабайт, зарядку, дата-кабель и, конечно же, оригинальную док-станцию. Ее можно использовать для одновременной зарядки телефона и гарнитуры, а при подключении дата-кабеля еще и синхронизировать аппарат с ПК. Также не можем не отметить весьма интересную функцию дистанционного воспроизведения медиа-контента с приставки Sony PlayStation 3, которая может осуществляться как локально с помощью Wi-Fi, так и удаленно путем 3G-соединения.
Sony Ericsson U10i Eino – оригинальное мультимедийное устройство, сильными сторонами которого являются сенсорный развлекательный режим, качественная 8-мегапиксельная камера, полный набор беспроводных интерфейсов и расширенный комплект поставки. Однако реализация чисто телефонных функций могла бы быть и лучше, особенно с учетом немаленькой цены.